Точкой отсчета новой рязанской цирковой истории принято считать 1971 год. Именно тогда, 50 лет назад, появилось то самое здание, которое помнит с детства, наверное, каждый рязанец. Новый цирк возвели буквально за 2 года. Мэтр журналистики и сегодня помнят, как все начиналось. Остальная работа была оркестра. Мы играли без микрофонов, вот своим звуком. Сидели там вот на галерке, в самом верху. То есть от нас зависело... То оркестр не слышал, то все это все вот урегулирование, все шло. Репетиция этих, программа была. И этот вот ажиотаж этот, он надолго останется в памяти. Он такую школу давал нам, огромную, профессиональную. За полувековую историю на арене рязанского цирка блистали знаменитые и любимые всеми артисты. Карандаш, Юрий Дуров, Маргарита Назарова, братья Запашные, Ирина Бугримова и другие звезды манежа. У журналистов той поры до сих пор хранятся памятные сердцу артефакты. Здесь впервые вышел на арену самый юный в мире клоун, я о нем писала, из казахского цирка «Маратик». Но, к сожалению, карьеру он почему-то не стал делать цирковую. Вот сейчас я о нем не слышала. Вот у меня удивительный блокнот. Здесь оставили свои автографы артисты цирка. Тихоновы, Андрей Кузнецов. Аншлаг – главная награда для артистов, для бывших и нынешних звезд цирка. Дети, конечно, первостепенные ценители, от них, как правило, восхищение больше всего, но именно дети со временем превращаются в главных продолжателей зрительских традиций. Восприятие зрителей добавляло нам каких-то таких впечатлений для самих себя, что действительно, когда мы нравимся, мы с любовью относимся и к зрителю. Когда работаешь в воздух, я крутила хула-хупы в воздухе, и когда летаешь над манежем цирка и видишь лица, кто-то улыбается, а кто-то с такими круглыми глазами. Ой, неужели так можно? А можно. Предновогодняя программа современного цирка будет насыщенной. 18 декабря здесь покажут благотворительное выступление, а 25-го прямо в фойе развернется настоящая рождественская сказка с фокусниками, мастер-классами и конкурсами для детей. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».